Цель фестиваля «Здоровый бизнес. Успешный бизнес» – вовлечение участников в регулярные занятия физкультурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, организация полезного досуга. Первый фестиваль проводили в 2016 году. Сегодня, вот в текущем году, в фестивале участвуют 9 команд из 54 человек. Это трудовые коллективы малого бизнеса, а также у нас есть даже сборная команда предпринимателей. В программу состязаний вошли веселые старты, где участников ждали задания не только на физическую, но и интеллектуальную подготовку, биатлон и легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров. Испытания проходили весело и дружно, полностью оправдывая олимпийский лозунг «Главное не победа, а участие». На самом деле ощущения прекрасные, атмосфера очень спортивная. У нас дружный коллектив, и мы справляемся со всеми трудностями. Ну, это, во-первых, сплочение коллективов трудовых. Это здоровье, это азарт, знакомство. Так что все здорово. Спасибо организаторам. Работа работой, а люди должны заниматься спортом и поддерживать всегда себя в физической форме. Физкультурно-спортивный фестиваль среди предприятий малого и среднего бизнеса проводится в Сарапуле уже четвертый раз.